двух словах сюжет этой песни. Это важно для понимания всего. Мальчик рассказывает о том, что у него был ослик где-то в горах Сицилии. Ослик был очень веселый, приветливый, все его очень любили. Но как-то так вышло, что ослика убили. Мальчик очень переживает. И он рассказывает о том, что когда этот ослик пел, он пел как великий тенор. Это важная деталь для этой песни. Итак, «Шикаредду» национальная, традиционная, народная сицилийская песня «Ослик». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.